Финал Гран-при Москвы, помимо мотивации турнирной, предоставил уникальный шанс Тибилову поправить личный рекорд в поединке с Алахьяровым. И этот матч-реванш, в отличие от юниорского финала во Владимире, Георгий записал себе в актив. Удалось поквитаться за поражение на молодежном чемпионате с этим же самым соперником. Что ты чувствуешь? Я к этому был готов и таких прям чувств нет. Потому что я был к этому готов, в голове это крутил, и это случилось. На что решил сделать акцент, что в итоге тебе удалось практически ничего не дать сделать своим соперникам? Я спешил, когда я с ним боролся, он очень хороший соперник. Мы с другом тренируемся, боремся, растем друг на друге. И я сделал вывод, что я спешил на той схватке. Сейчас еще удача, как бы сказали, легла на мою сторону. И это тоже сыграло роль. В взрослой борьбе я боролся, результат не показывал такой. Но именно с ним схватка была важнее, чем этот турнир. Чисто принципиально. Любишь долги отдавать? Да. Но я уверен, что он хороший парень. И мы с ним еще раз встретимся не раз. А этот турнир, хорошая организация. Прям настраиваю. Было бы побольше зрителей, было вообще идеально бы. А так очень отличный турнир. Ну и на хорошей волне завершаешь этот год, это тоже немаловажно. Да, тоже немаловажно. Но нас ждут сейчас зональные первенства, чемпионаты, и там тоже надо будет бороться. Вячеслав Абдусаламов, Дворец гимнастики Ирины Усмановой, Виннер, Москва.